На протяжении столетий учеными проводятся расследования, изучается история периода существования на Земле редких животных – динозавров. Сегодня можно услышать огромное количество версий по поводу их вымирания. Есть и предположение о том, что рептилии – вымышленные персонажи, которые никогда не проживали на нашей планете. Как бы там ни было, интерес к динозаврам велик, как со стороны взрослых, так и со стороны детей. В этом можно убедиться при посещении выставки редких животных, которая уже несколько дней собирает большое количество гостей. Интересно, дети очень посещают выставку, много приходит, особенно выходные дни, на каникулах было у нас много детей. Почему? Потому что, ну, дети должны знать историю наших динозавров. И вообще всем очень детям интересно. Приходят с удовольствием, смотрят, по три раза ходят вокруг. Ну, в общем-то, очень интересно им. Это у нас в прошлом году была эта выставка, и в этом году. И дети с удовольствием по второму разу идут. Это такое познавательное, чтобы они знали, что это когда-то все было, чтобы интерес был. Но многие дети, даже маленькие, просто не оторвать их. Экспонаты, представленные на выставке, были созданы художниками из березы Владимиром и Татьяной Найбич из различных материалов. На протяжении нескольких лет талантливые мастера трудятся над своими работами, создают новые коллекции, с удовольствием представляют их белорусской публике. Далеко не первая выставка динозавров в Бресте на этот раз имела не меньший успех, чем в предыдущие годы. Приехали из города Березы, семья, художники сделали своими руками и вывозят по Беларуси. Из чего они сделаны? Пластик, внутри металл и воск с пластиком. Вот этой формы они сделаны. Наши с удовольствием, во Дворце культуры замдиректора, с удовольствием их принимает, потому что и нам хорошо от этого, и всем в округе, тут на востоке, из города, из конца города приезжают, и с Кобрина, и кругом вот. Дети со школ приезжают группами. Подобные выставки – повод окунуться в историю, почерпнуть новые знания, увидеть воочию, как выглядели обитатели нашей планеты, жившие несколько столетий назад. Экспозиция уже пришлась по вкусу жителям и гостям города над Бугом. Можно с уверенностью сказать, что она еще успеет удивить немало зрителей. Я первый раз посетил эту выставку, и она мне очень понравилась. Я очень много узнал, походил, почитал. Они очень интересные. Запомнилось тем, что каждый на себя чем-то похож. Мне понравилась эта выставка здесь. Все так интересно. Я узнал многое про динозавров. Ну, надо, чтобы дети и родители ходили, узнавали многое про динозавров. Я узнал, в какой они период жили. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания Бук ТВ.